Следишь за трендами. А, мне СС не кинули, я понял вас. Заебись. Загрузился. Жену Н, стопни. Три вара. Я, сути, менялся вмешательством. Мы в самом низу были. Защитные стойки есть у вас. КД 30 секунд, 10% игру сразу снимает. Расчет силовых параметров. Уничтожение успешно завершено. Ой, земля мне пухом. Мозор, сейчас сорвешь, 97 пухом. Ой, я говорю, земля мне пухом. Я на тебя давал зубы, но там немножко сосписал. Вон Фрада с Грутаром, меняйтесь, вмешательство. Нихуя не скинулось. По КД. Ну так надо, чтобы он на тебя тоже кидал. Ты ему скидываешь, он тебе. Дайте лапу. Все, может, у тебя меньше 80. Ну, вот следующий ИВ. Может не вытащили на панель. Расчет силовых параметров. Карина, потей, пожалуйста. Потей, мне тут одну кнопку жать. Я вас никак не могу помочь вам. Потей давай, не знаю. Страшно. Пухан не сдохнет, достали его потихоньку. Мазер, живи! В точке танчу. Боб ему дайте. Мне еще полторы минуты берса. Дожились. 4 минуты. Пухану дал. Алёха тут? Чибит следу ловит. Женена, дай, пожалуйста, БР, я не знаю, помойся хотя бы. Мосс тоже есть БР. Женен, помойся БР, Мосса БР по Мозеру. Кирс, блядь, как ты сдох? Я ж написал, 72%, он срывается на Локи и в эту же секунду убивает меня при 72% Локи живой. Локи живой, да? Мне кажется, он раскол прожал, и я верхний по игру был. Локи даже СС не кинул, как я сказал. Вторая сова, да, и Драгонсон, где твой? Что с тобой? Я дал диван, и как бы у меня СС-а не было, который ты сказал дать. Охуенно. У тебя СС-а нету, ты даешь диван. Я не видел. Это 1000, сразу говорю. Этот. Сова, дай БР по... По Пухану, дай БР. Бафы по Пухану. Там некому бафать, кроме Данчика. Рикнап, да, сам себе, Данчик.
что вы доковыряете 30 лямов за 3-4 минуты. Если, блядь, не дохли бы махи, которые априори тут дохнут. Если бы, блядь, диваны не давали без СС-а, возможно бы все было нормально. В раз тот чёрт дох. А босс убил. Почему? Ты ж диван дал. Диван давал, уже набрал по новой. Ну не, все херня, надо. На РНЖ же можно и одному вроде стоять, да? Конечно, Леха пусть стоит, ты вторым танком, давай набирай. Надо никакого второго танка. Как не надо, смотри, дохнем. Дай, блядь, гимна. Чё дать? Гимна? Да у меня сейчас уже хилы сорвут. Да, там такого агронабора нет. Суманься меня. Хороший агронабор был. У протопала посильнее. Видите? Ты полторы минуты доберешься. 20 лям. Все, по хилам пошел. Можете ложить. Ложиться? Драгонс, Кирс, ты сейчас. Короче, у Вара есть такая способность в защитной стойке используется, называется вмешательство, желтенькая такая. Вот я ее использовал вчера с Утей, мы обменивались ей. У нее КД 30 секунд, она мгновенно снимает 10% агро. Вот этой херней, если три вара обмениваются, там они никогда не сдохнут вообще, в самом низу будут. Это друганы мои розовые, ну не надо на меня боб кидать, я не привык к этой хуйне, простоял 2 минуты нахуй, вообще, ну тыкая кнопки. Блять, я все понял, у тебя агро было 80%, я думал по мне СС кинули, я тебе диван закинул. Я сам скину, не надо. Он шаман, он каждые 6 секунд скидывается. Я сам все скину тебе, да, не надо мне ничего, не надо. Диван не называй бобом, это разные вещи. А че он сажился? Ну, диван, да, кинули. Блять, еще в бабах. Понять нихуя не могу. Че стою, блядь? Аксас, ты сделай мака с канцелт, аура, божественный. Там короче, кто-то зашел в инс, поздравляю к вам, стражи. Пончик, выходи. Что макросик на канцел, все, что-то какой-то сегодня неудачный у нас. И Аулар пиздец, и этот пиздец. В смысле неудачный? У нас, блядь, долбоебы, бро. Драгон, можно драгон. Сразу Локи 1000 ГП въебать за то, что он СС? Хули он, блядь, нихуя не делает? В который раз ему, блядь, что-то говорят сделать, он не... Страж бежит. Выйдите все с инста, блядь. Я могу дизёнком покидать на пол. Не дали один СС в одного, мне интересно. Локи, добежишь, все хрест. Не, ну типа, где тоже? Ты ему сказал команду сделать, он не выполнил. Давай ему. Если на тебя нету СС, нахуя ты диван кидаешь? Ну, блять, вместе с кем-то, потому что я по агру тоже рвал. Терять на. Розелина на кого кидал СС? Ты мне как сказал, на враску кинулся, я его выделил и сразу в торгиде и на него кинул. Может там висит СС от Локи, ты, блядь, этого тоже посмотри? Когда я кастовал, там не было на нем СС, то бишь, ты мне скомандовал, все, я выделил враску, сразу на него кинул СС, у меня он был готовый. КД посмотреть, у них у обоих просто, так КД есть. Если кто-то начинает сейчас судить, или кто-то не делает, что от него требуется, я сразу начинаю вас кикать с гильдии. Мне похую. Идите, блядь, закрывайте. Мне уже заебал. Кто-то делает не то, что от него требуется. Тоже. Кто-то, блядь, срывает агро до 50% босса и ложится от мили атаки. То же самое.
Не умеете стопать? Блять, окей. Нахуй вы мне нужны? Как мозг. Показала УККМ, там надо мозг. В следующем контенте вы его, блядь, никогда в жизни не закроете без мозга. Если вы не умеете играть на рейд и думаете только про себя, ходите с пугами. Рыба стоит. Если больше 50 сейчас не набирать... Дайте дуса. Шуманите, Никитас. Если увижу хоть одну смерть до 50% босса, сразу кикаю с рейда, кикаю с гильдии. Проверка. Ходи, дизёнок. Это я вторым окном. Чё, всех Лёха закошварил, ты смотри, жена вышла из сети. Заходи. Диван считается смерть. Ещё раз даю проверку. Ща проверка, Макс. Я теперь свой там на боте? Одна. Дайте джуса, я... ребят. Можно все-таки в два? Это в одного. А какая разница для рейда? Хотя да, Никитос появился. ССК так же в раскидаю. Есть джипс у кого-нибудь? Дайте починиться. Есть джипс. А во. Лёха, ещё раз прошу, не слышал браски, правильно дуёт? Никитос, он теперь танчится там, где стоит. Определитесь, там два паладина. У вас два лока. Всё, мне уже дали. Кидай им. СС. В чём проблема? Даю отчёт на пул. Никитос, со мной стоишь на рендже, примерно здесь возле. Давайте не обострёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Субтитры сделал DimaTorzok.
чем дело? Можно. Ой, маньяк кинул, сука, есть. Я думал, стою, чилю. Дайте кухонь. Лапу дай. ВНН дал сразу. Великая победа Орды. Вот что ДПС вытворяющее делает, а? Всегда бы так ходить в два танка. Два танка нормально, тема, и хуй знает. Можно танк? Вопрос? Почему локи не кидают кое? Сова есть. Почему-то подвох. Сова. Сова же есть. Просто половина урона в резист уходит. Хуй знает. Сова и зачем куе кидать? Так у совы не режет резисты, нет? В смысле не режет? Просто это must have, но я не... ладно. У совы нет. Тоже самое. Сова заменяет куе, зачем ее? Зачем еще куе вешать? А можете линкануть? Что за дебаф сова вешать? Жужжик линкани. Ну просто реально, у меня с крита 4к по-любому резист идет. Вот тебе какая школа? Какая школа резистится? Магия. Ой, огонь. Окончу огонь резистится? Да, постоянно. Вот на всех боссах. Там, где нет кое. Так он же увеличивает для себя, не? Ну, для всех. Это обычно где увеличивает урон от получаемого заклинания, обычно это работает он для себя.
мага. Ну, там, видишь, снизу прописано, также увеличит урон, наносимый вашими заклинаниями. Ну, кое он же режет резисты на 120. 13%. Вот наконец кое. Локи, наконец кое. Я не начинаю это расчистить. У него также 13%. Ослабляет ее сопротивление, а он на 165. Ой, обязательно бросайте просто это турбо. Наш, но он... никто не сдох. Потому что нашего танка было... Два на пул и это... А, или один. Один на пул. Ну, один на пуле, один танк был. Запасной. Два танка. Ну, запасной был. Ну, что запасной? Мы с Войдом постоянно менялись. Типа, у меня срезалось, он набирал, я его как раз успел набрать. Спасибо, истерик. Что, пианист? Скажи спасибо истерии, которую я на тебя кидал. Поехали, трэш. Ну, просто на прошлом пуле у нас уже конец боя был. У меня на боссе даже 3 лямов агра не было. А сейчас 5 лямов. Сейчас бой закончится. На 4 минуты раньше. Да, но у меня все равно он набирается. С каждой минутой. От конец. От пула. Босс должен... Больше типа наоборот. Наоборот, он тебя должен бить, чтобы тебя вроде. Ну это бьет меня он или нет, это не важно. Там у него агро идет от речи. От трёпки оно стандартное идет. Ну, то есть. Смотри, чем больше у тебя ярости, тем больше ты дашь. У меня фул ярость опять всегда. А там ауешка заходит. Даже если меня не бьют, у меня там все равно фул ярость. У тебя получается КД 4,5, да, на увечье? Ну, пуляйте. Давайте. О, ауешка. Быстрее бейте, там подхуй идет. 4, блядь, минуты раньше босс. А что, никто не умер, потому что у нас было 2 танка. Никита зашел 25 тысяч ДПС. У одного танка-то нормально убивается и тратит. Ну у нас все время кто-нибудь умирает. Зачем? Ну не, Лех, там у протопала у Каватовского, там агронабор выше намного. Чем плюс я не помню, какие там напулы были в его рейде. И тут у нее сколько нет агро. В принципе, у протопала больше агронабора. Она генерирует 20 тысяч таргет, а там 40 тысяч. Мы на той неделе ходили, у нас в рейде было 4 ханта, и все равно умирают от срыва агра. Потому что на пул это не важно. Так что там бою. Там можно было все это убить, но нужно было реально стопать, потому что по-другому я не знаю, как дамаг нам снижать. Вары могли меняться, вары точно могли не сдохнуть. Они могли мешать меняться. Если нормально все стопать, там никаких проблем нет. Да, вот просто знают. Объясни мне, пожалуйста, Лёх, как можно при 70% сорвать агро? Когда Лёха там не работает, то что стопаешь, не стопаешь, один хоть, хоть твоё агро не скидывается. Ну, ты стал бы первый по агро, вот всё. Как только можно сдохнуть. Агро не скидывается. Агро не скидывается, когда ты стопаешь, понимаешь? Танк не успевает. Да, но не скидывается. Просто 70 набрал и всё, и опускаешь руки. Там просто на танк постоянно влияет. Да, понимаешь? У меня было 72, я нажимаю инвиз, и меня забирает агро, и, блядь, ты один хоть дохнешь. При 72. Бьет кулаки, тяжко. Даже а если 72, у меня должно было быть 92 при скидывании боссом. Но никак не 100. Либо из-за инвиза пробагалось, либо я хуй знает.
Просто он взял таргет Локи, Локи скинул автоматом, потом я скинул сразу же. Ты сдох. Да, вот именно. Вот каким образом. Ну, ну ты первый по угрозу стал. Че у нас, Мишка? Давай, Мишка. Кстати, это... Сова, пускай Мишку спекается тоже. Помогает Артемии, и на боссе тоже Мишки будет. Кстати, да. Мне на боссе в ШП в ДЦ стало. Не знаю, пусть, посмотрим. Пусть лучше в Ирдрус пекает. Войт, у тебя холик есть? Да. Пекнешься на ванхолика. Дрэш подержать, да? Нет. Подамажить. Сейчас Делора зайдет, я у него спрошу ночью. КЕ. Потому что он говорит, типа, КЕ не надо, типа, когда... С совой они одинаково должны работать. Гена тоже не кидает, когда Лок кидает. И наоборот. Какая разница, у Лока получше, у него режет резину. Но они в демоне кидают другую метку. У совы то же самое. То есть они одинаковые, у Лока режет резист. Она лучше изначально. А нет, он тоже должен резать. У совы даже талант, по-моему, есть на то, чтобы он резал резист. Блядь, то есть ЖЖМ был бы нормальным с собой, он может давно всем ответить. Готовьте массакру. Массакра. У Лока из совы он однохуй тот же самый. Ну, да. Нету незаменяемых бафов. Там исключение только демон Лок. ТТМ. Незаменяемый баф за товар есть. Лока заменяет ЛМ. Ну, да, ну, ну типа от статов зависит. У меня, к сожалению, тотем от СПД не качается. Демон Лок никогда не считался первоначально, что он дамагер. Его брали в рейды исключительно из-за бафера. Но так как здесь сделали, с Демон Лока можно еще неплохо дамажить. Демон Лок и бежит. Так всегда Демон Лок брался как бафер. Не более того. Он давал бы на 8. Куришь, там проебется воронка в трек. Лутер на мне вообще-то. Потом пылесосит, да? В стеночку сразу патруль идет. Осторожно. Демон Лок это 18-я позиция в рекаунте стабильно. А где наш Мишка? Смотри, какой спик демон сделает. Даже если он будет бафером, он не будет в конце рекаунта. Ну это здесь, наверное. Т5, по крайней мере. Демон Лок как дамагер, волка контейнсит у Йоу. Поспорю. Давал очень хорошо. Поспорю. Волка контейнсит именно. В Т10. Ну, если, допустим, у меня будет стоять... Больше 20-ки давал. Ну, это при том контенте, который без Т5-х. Ну, смотри, если у меня будет приоритет брать... Да, это да, согласен. Фаермага или Демон Лока дамажащего, то я, естественно, возьму Демон Лока бафера и Фаермага. Да, Кирс, воронку возьми. Просто у Лока есть преимущество, типа, этот... Наличие только. Мы, видимо, патруль ждем мозг. Патруль приготовился. Лок очень полезный. Простояры, блядь. Все стаки проебали. А я крипанул. Я просто вот подумал, что если сделать 10 локов, апликов одного демона и засунуть их на лича. Они после второй перефазы, даже если будут стоять при семье и отхиливаться, и дамажить, да, то есть мы их закупочки, то мобов этих двух гневных можно, в принципе, отхиливаться. Могут и не оставаться с такой же. И пока да много лоб, можно типа Геру на экзекут фазе дать. Никитос, у тебя автоатака сломалась. ФД нажми.
задрачивать. Первоначально Зера даже на орке давалась на экзекут пазе. Ну, да. А что вы знаки Элидарии не лутаете? Вагон. Господи, нахер вам эти Элидарки? Лёхи там их 3 стака уже. Он же нам не даёт их. В смысле? И просто пара этого кидает. Типа в рандомную пати кидай и всё. На полбуху что ли? Можно суммануть в начале инстака? Если они добегают. Где вы тут Элидарки увидели? Всё собрано. Если ты их не хочешь лутать, скидывай их мне. Все собрано, чё вы мне тут это выносите мозг? Знаки Элидари коплю банально для этого. Для Ока Ер. Для робота. Там разве не стоп? Там 280 лямов, там сопрот не надо будет. Как сказал дядя Тизурон. Сказал, там урона по рейду практически заходить не будет. Там если и будет урон заходить, то только шот. Это он сказал бы, как нам рассказали, что там пришел рейд и умер через 10 секунд. Он сказал, что патруль там... идет. Ну вот, за 10 секунд. Направо уйдите. Чего все его дядей называют? Направо уйдите. Чего какой-то там сидит? Факт в том, что, как он сказал, там если что-то не делаешь, тебя шоты. Если что-то делаешь, то урона потеряет. Так же он и про Феникса говорил, то что их не должно быть априори, блядь, но они же есть. Ну, этих элементалей, которые взрываются. О, мне вообще инфу говорили, что он изначально говорил, что они должны, даже если мобы появляются, когда идет каст, они должны были... Давайте патруль сразу. Чего они должны были? Пропадать. Дадите, Газгеру дадите, и это. Гера, когда нас? Контроль возьмёт. Минут. Когда контроль возьмёт, первым прожжёт. Все эфир сразу прожимают. Бля, падение инфернал. Да типа стрёмно, что на форуме так активно намекали, что там есть какая-то супер тактика, до которой нужно догадаться насчет фениксов. Это вы тупые не можете понять. Супер тактика — это вторая фаза. Не, про первую. Так он же говорил, блин, никаких фениксов не должно быть. Вы смотрите, сколько ее понерфили раз, эту первую. Сколько? 3 раза. Сейчас еще нерфить ее можно было и не нерфить, на самом деле. Ее проходили еще такое, как она была до этого. Ну а вторая, блядь. Проблема была в перефазе, а не в первой. Так а вторая, ты видел, как там эти 10 мобов там, блядь? Как это сделали? Там место пиздец. Ты говоришь, что мы проходили, когда она самая-самая первая была. Когда там... Ну вот, видишь, вот его задумка, то, что элементали этих не должно быть. И поэтому там что-то надо сделать. Это то, что нам надо 5 танков. Это первый нюанс. И второй нюанс, что рейд должен на 4 группы попасть. Стан. Да там, кому, блин, кому дать? Кому Карина, дать? Знаешь, я думаю, что если я захочу поставить себе будильник, я твой голос туда поставлю с этой фразой. И увеличиваю себе громкость такая, да? Да. Единственное, что понятно, что там надо 5 танков. Диспел. Да ты схватит, а? Вижу, я все диспелю. Нет, не надо. Рейд на 4 группы. А ты вот говоришь 5 танков. Там у мобов разные вот эти названия костов. Какой из них дает на ярость, который дебаф на танк дает? Ярость — это который на агро. Ну вот это как на агро, раз. Да? На танка должно быть. Повешаться точно. И, короче, там еще прикол в том, что каждый должен будет подбежать к конкретному фениксу, словить дебаф. Ебать. Так это бегать к ним надо? Ну, типа, он же там писал, что у вас есть 20 секунд плюс 20, пока идет кап. Так это нихуя... Это, получается, надо определенным людям, каждому фениксу подбежать? Это их еще в это время еще играть надо? Так и есть.
вешается 4 метра. И фениксом фиолетового, где ты находишься, он будет вешать всегда на ближайшие 5 целей к себе. Ну так я воронка. Смотри, как я это вижу. 5 танков собираются возле того феникса, где, блядь, дается про. Если вы это идете с трупаков, чтобы мне было проще лутать. Да. Было бы... А что там где добав? На плюс агро. Тора. Дальше. На сколько? Физики. 200%. Собираются возле того моба. Навсегда. Где... Да, навсегда, до убийства мелкого. Он же не поможет. Физики собираются возле того моба, где, блядь, идет дебафы идут на минус мах урон. С минус мах урон, там собираются физ ДД. Ханты, кто там еще, блядь, свары и тому подобное. Там, где идет минус мах, ой, минус физ урон, собираются РДДшки. 5 человек. Там, где минус отхил идет и минус там сила руны этого, блядь, желательно. Собирались коты, бое. У них все равно там запас не влияет. Все, получили все не, дела. Типа на Феникса, где агру скивет, не пойдет, чтобы 5 игроков, которые могут быстро скинуть агро, типа Hunt of Rock, и танк, который будет отходить просто при косте. Прикол в том, что, понимаешь, когда на тебя вешается дебаф, когда на тебя вешается вот этот дебаф, получается так, что те мобы начинают бить. Вот я стоял на последней платформе, да? На последней платформе. Мой моб бил, блядь, человека на первой платформе. А потому что у него не было в радиусе 5 игроков ближних. Типа, если просто подойдут 5 хантов, а танк отойдет. Под моба. Твои мобы. Я заталкиваю. Тимыча, суманите. Другой. Так, Лех, этот. Все, у меня время. Я побежал. Тимыча там суманите. Суманите Тимычу. И дайте рыбу. Закончу. Или ГБшку. Да я дал рыбу. Че, ШП или ДЦ? Все так же стало. Короче, Джокер, со мной будешь контролить мобов. Когда крест обновите на жрецах. Даю проверку на бафу. Бафу, при. Напоминаю, кто с меткой не выбегает, считаю сразу же. С меткой выбежит много, не надо. Хант есть, одна трапа будет, хватит. Нямка, что не хватает крест. Крест дали по шаману? Может, 40 подаю. Секунд для Геры подождем. Похер тут, Гера, поехал. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Надо, все намажем. Чем больше дамага дадится, тем легче будет. Меньше старика дает, как говорю. Ого. Выйди в ад. Балдазар! Еще. Сейчас попробую засейвить кого-нибудь. Одного засейвил. Пора, да. Вар, тыщ. Еще метка выйдет. Выйди. Стариком. К дальней отходите. Хорошо, чок. Убирай аккуратно. Да подходи сразу. Все, вот этого заднего контроля. Ты тупо на контроле, может даже босс. Каст. А успел я. Посты сбиваем.
вас 4 вара, блядь. Сейчас мы должен раз. Контроль. Моб. Что за петы? Чьи это петы? Бой скажет. Тимбыч, дай мне иннер, пожалуйста. Все, надамажился. Войт, блядь, твои петки бегают или чьи это? Наверное, а войт, я... 24 у меня только. Ну, блядь, ну нахуя ты Т4? Я не знал, я первый раз его успел. Можешь просто отойти и не бить. То, что ты будешь постоянно сейчас. Все, бейте. Исчезли? Не бей просто. Забей. Все, я отбежал. Мобов ловите. Что-то вы, блядь, стали между двумя этими. Отойдите, вон в мишку стали. Мазер не питос. Заднего контроль. Перестук, косты сбиваем. Далка. Каст, каст. Раунд. Притяни его на себя эту. Бля, я сейчас далеко уже. Либо стойте в метке, либо не отходите. Че ты там? А, прочитаю, за чего вышится. Переста херачится. Это ВДК Т4 так работает. Еще последнего контроль. Переста сливайте. Выйди. Моса. Моса. Каст. Жреца бейте, чё жреца мал бьёт, вкусит. Каст. Синий, блядь. Мос. Там не стойте, похуй. В метку встаньте. Стойте там. Метку. Я хрен знаю, забирать, буду бегать. Переста бить. Быстрее фокуситься, что долго будет. Всего лишь 3 дама. Последнего на контроле, где переста бьем следующую. Стану даете хуёво. Да. Чего босса? Раз. Синяя по боссу играем. Тут стойте. И мне еще нет. Как же тянул. Мишку прохитя. Сало дал. Жнаем, поднимешь мишку. Одного контроля. Мага подними. Мага поднимите быстрее, это Тимыч.
Косты позбивайте, два жреца у вас. Каст. Пошел каст. Каст, мама. Каст там. Два приста сливайте. Каст. Четыре вара, блин, стойте на РНЖ, пока присты живы. И чаржитесь по очереди. Инер, слейте поипончику, пожалуйста. Движенок, ты зачем туда уходишь? Ты там опять пизды получишь, Лиза. Продолжай пострелить. С правой стороны мапа проходит. У меня вот здесь, где я стою. Может там трапа? Ну ладно. Повыкну. Гнев на лодке. Активнее. Еще босс. Каст. Каст. Пришли боссы. Мишка уже. Чисто два раза жену НК забил. Спасибо, совет. Здесь кэмов добить, давайте этот выбежи фрага. Подальше отойдите под метку. Херня осталась, еще одно превращение есть, тут уже не бьется. Жужен. Все, бьем. Песта бить. Яйца. Отойдите его подальше и рейдом отойдите подальше. Которые две вместе стоят. Тяжко сбивается он, да, Каст? Конечно. Ну как иначе? Нет. Зачем подвели к жертве? Или от вас? Чугеру дать? Наш дач. А ну его хилить будет. Че, его забить надо, убить? Можете контролить и это. Стык просто сбивать. Дайте гим какой-нибудь. Я задавал. Если что, касса убивать. Мозер должен остаться гим.
Рада собешно живет и каждый. Серьезно? Неустриимчивый. Ну вот. Я в него чарнул. У него неустриимчивый. Тяжко сделает твой, приказ сбить Сайбенсом, я, допустим, Ауреновский стан, и у меня еще эту, блядь, притяжка. Вы сегодня капец тупые. Задохните, блядь, где... Кошачьи сбивают, пока я не сбиваю. Интересно. Да, гимнретриком стреляет. Дух. Я не могу понять, что-то перестал бафать и что-то мана уходит.